Друзья, приветствую вас на своем YouTube-канале Love Parfum, с вами Алексей, вы смотрите парфюмерный блог, и сегодня у нас аромат от нового нишевого дома Slay Jones Lab, который называется индийская травушка, муравушка, индийская трава. Ну, я выражаю огромную благодарность представителям марки, так как они мне предоставили этот аромат на обзор. И в свою очередь хочу вам сказать и порекомендовать посетить магазины ЦУМ, Артикуль Боска, либо Литуаль, где вы сможете познакомиться с этой линейкой ароматов. Линейки ароматов 9 штук. И, конечно же, там еще есть бренд Mint. На бренд Mint, на голубой водопад, я уже снимал обзор. Поэтому, кто вдруг пропустил, посмотрите мое предыдущее видео. Ссылочки на все эти сайты я оставлю внизу под видео. Переходите, смотрите, знакомьтесь. Ну и, конечно же, посещайте магазины, потому что одно дело посмотреть на сайте, другое дело все это дело вдохнуть и нанести на себя, и походить с этим делом. Это, конечно же, другое. Очень, кстати, интересный подход. Смотрите, крышка такая из пробкового покрытия, как словно от шампанского или от вина. И ее вот, ну, желательно сильно не сжимать, иначе ее можно просто раздавить, и ее не будет. Без крышки как-то уже не будет смотреться. Ну и коробка, как вы видели, такая тоже металлическая, прикольная, тоже пробковое покрытие. Это как-то, ну, нестандартно, необычно в парфюмерии. Я, ну, такого еще не встречал. Давайте расскажу вам про бренд. Это новый нишевый бренд Slay Jones Lab, что в переводе можно перевести как «Лаборатория хитрого Джона». Основан в 2022 году, всего насчитывает 9 ароматов. И этот бренд можно назвать новым дочерним брендом Mint, который был создан при участии Эллен и Серж Минц в 2012 году. В общем, цель бренда – предложить обществу высококачественные, креативные, нишевые ароматы по демократическим ценам. И все ароматы, друзья, выходят в объеме 100 мл, концентрация парфюмерная вода. Действительно, там что-то в порядке 9000 стоит 100 мл, и это, на мой взгляд, неплохо по ценнику, потому что для такого дома, необычного, интересного, с интересными нишевыми ароматами, это неплохо. Так, давайте нанесем сам аромат, и сейчас по него поговорим. Там тоже, собственно, бренд работает 4 парфюмерами, которые и создают ароматы. Ну, в принципе, эти парфюмеры все же работают и на Mint. Этот же аромат создала Доминик Мюльхаузен, практически как Мюльхаузен, да? Но это про запрещенку, сразу вам скажу. Аромат про запрещенку. Про запрещенную траву, каннабис, конопля, марихуана, как хотите называйте. Это про это. Ну и сразу многие могут меня спросить, а похож ли он на какие-то другие там ароматы с марихуаной. Я вам отвечу, что нет. Ну, допустим, это не каннабис от Boys 1920. Вообще не похоже далеко от этого. И это не другие ароматы с коноплей. А на что похоже, так это черта есть, конечно же, афганца. От Black Afghana, соответственно, да, Эносомата. Есть что-то здесь от Курс Карнер Барселона. Есть что-то здесь всего, больше всего, наверное, здесь что-то от Мансеры. Гиндикуш. Вот, что-то есть такое. Но аромат все же вообще никак не относится вот к тем ранее перечисленным. Да, какое-то немножко направление звучания есть, потому что это прям не новое звучание. Я его узнаю, я его прослушиваю. Но он очень сбалансирован, и это большой его плюс, этого аромата. То, что он как бы вроде бы и похож, и не похож. Почему не похож? Потому что если взять афганцу, там какая-то очень такая животина, он прям очень такой мощный, резкий, то этот аромат, он звучит очень тихо, очень спокойно. Если опять брать какой-то аромат там типа гиндикуш, там очень такие резкие, мощные специи, он очень резкий, он очень такой тяжелый, сложный, то этот аромат, он очень спокойный опять-таки. Ну и другие, если какие-то брать ароматы, про Boys Cannabis вообще рядом не стоял. В Boys Cannabis какие-то такие лавровые листы, какая-то гороховость, то здесь этого нет. В общем, аромат и бренд меня порадовал, потому что еще есть пробнички, скоро запишу на пробнички вам видео. Потому что это что-то действительно, ну, необычное, интересное. Если вы ищете аромат с коноплей, с каннабисом, вам надо обязательно попробовать вот эту вот индийскую запрещенную траву. А что касательно самого аромата, все-таки он травянистый, он сухой, да, где-то вот слышен хорошо ветивер. Специи какие-то есть однозначно. Немножко такой природный, землянистый, то есть чувствуются нотки
сырости в нем, древесный. Конечно же, пахнет каннабисом, пахнет полем, вот этим, значит, травой. Выходишь в поле, трава, пыль, земля, сырость, вот что-то такое, короче. Опять-таки, какая-то нотка есть и от Encre-Noir, да, чернила. Вот, может быть, витивер вот этот вот так звучит здесь. То есть он похож как бы на многие, но это что-то свое. Какие-то, не знаю, печеньки с коноплей. Ну, прикольное звучание. И почему-то у меня вот с этим ароматом ассоциируется вот дождь, слякоть, вот эта грязь. Ты в сапогах где-то идешь, не знаю, это по полю, да? И такой закуриваешь косячок. И кайф. И вот этот дым вот с этой погодой, с сыростью все перемешалось, он еще и дымный немножечко. И это вот аромат про это. Ну и где-то печенье еще лежат в кармане. Ну, в общем, интересный природный аромат с каннабисом. То есть прям вот я рекомендую, ребят, познакомьтесь. Зайдите, не поленитесь, где у вас там Артика или ЦУМ, либо Литуаль, если в вашем городе есть. Причем этот аромат не в библиотеке представлен, а представлен отдельно на полке в Литуале. Что касается, друзья, нот, то здесь конопля, ревень, перечная мята, ладан, витивер. Ну и остальные ноты можете здесь прочитать. Я в основном оставил то, что я больше слышал. Стойкость, друзья, очень неплохая. 5 часов на моей коже. И есть шлейф около часа. Это тоже достаточно неплохо. В общем, отлично пойдет на весну. Я считаю, что это аромат такой весенний какой-то, немножко даже осенний. Кто любит ароматы с каннабисом, тоже отлично зайдет. Но, мне кажется, не всем это понравится. Какая-то бальзамичность. Но с другой стороны, вот из-за того, что он, в нем какой-то есть баланс, он может понравиться абсолютно вообще всем. И по большей части все-таки он мужской, на мой нос. Хотя, я думаю, ну, если женщина афганцам пользуется, то это им тоже понравится. В общем, бренд действительно хитрый. Удивил меня своей подачей вообще. То, что у них такие необычные дизайны, флаконы, крышки и аромат. То есть это прям что-то действительно новое, интересное. И цена, да? Самое интересное у этого бренда, что цены демократичные за нишу в сотку. Нежели опять какую-то покупать, там, не знаю, Мансеру, повторяться, можно купить новый бренд, новый аромат. Ну, лично, на мой взгляд, это так. Ну что ж, друзья, пойдемте посмотрим, что думают девчонки про этот аромат. Вот он мне кажется очень похож на Сикамор от Шанель. Да, вот прям я его почувствовала сразу. Угу. Ну, такой какой-то мокрая древесина, вот такой, как ниша пахнет. Угу. То есть ниша или люкс? Ну, как больше думаешь? Похож на нишу. Угу. Да, прикольный аромат, мне нравится. Мужской, больше к мужскому, угу. Да, больше к мужскому. Прям такой сырой, сырая древесина для меня. На весну хорошо, я думаю. Коноплей не пахнет? Mm-mm. Мне не пахнет коноплей. Сырой древесины пахнет. Ну а какой мужчина видишь, какого это мужчина? Ну, больше такой солидный мужчина, потому что аромат необычный. Угу. Какое время года? Вот, весна, хорошо. Угу. Оценка? Оценка. Ну, судя по тому, что он необычный, я дам ему 7. 7? 7. Ну, короче, тебе, в принципе, нравится, ты рекомендуешь? Да. Необычный. Покажу тебе, что это ниша, действительно. Цена, как думаешь, кстати, какая? Мы про ценник не поговорили. Ценник? Да. Такой прям бутылка, бутылочка рома. Ну, слушай, ну, цена 1010. Как так угадала? Сколько? Ну, 9, да. Это ого. Ниша, которая по доступной цене. Ну, я сразу хочу подметить, флакончик. Мне очень нравится, как он выполнен. Такой прозрачный, хорошее увесистое стекло. Дизайн минималистичный, но при этом очень стильный. Крышечка в виде реальной пробки, ну, из пробкового материала. Ну, и такой цвет а-ля белое вино. Мне нравится. Ну, запах я могу сразу подметить. Скорее всего, тут ветивер, да, это какие-то сухие ветки и какие-то пряности. Ну, скажем так, если это Indian Grass, значит, это какие-то индийские пряности. Ну, не карри ни в коем случае. Ну, какие-то такие очень классные, вкусные пряности. Это, знаете, наверное, сухую очень такую. Ну, хотя, как в Индии, всегда жара. Больше мужской или женский? Кому больше подойдет? Или унисекс прям?
Ну, я думаю, что это все-таки унисекс. Женщины, бывает, любят такие ветиверовские пряные ароматы. Но он ляжет хорошо на женщину, думаю. Ну, и на мужчине тоже. На какое время года? Ну, на лето он будет все-таки тяжеловат. Он скорее согревающий аромат, поэтому я его рекомендую на прохладное время года. Оценка? Ну, хороший добротный аромат, я ему дам 10. Сколько цена? Ну, думаю, 1015-20. Молодец. Все, всем пока, говори. Все, всем пока. На мой канал подписывайтесь. Подписывайтесь на мой канал обязательно. Ставьте лайки, пишите комментарии. Травянистый аромат. Что-то вот наподобие чего-то с ветивером. Угу. Может, Том Форд ветивер какой-нибудь. Может быть. Тебе это нравится? Ниша. Ниша? Да, но мне не нравится. Это чисто мужская история, не женственная абсолютно. Угу. Мужчина представляется не молодой. Ну, 40 плюс, наверное. Такой уже состоявшийся. Серьезно, аромат, но на любителя. Очень мало ценителей такой парфюмерии, вот кто за ней приходит. Вот. Чем пахнет еще ветивер? Что еще? Ну, холодный аромат. Здесь дерево, скорее всего, есть какое-то в составе цитруса, какой-то акватики, я в нем не чувствую. Ниша? Ниша. Цена, как думаешь, сколько может такое стоить? Вообще по-разному. Ну, примерно. Ну, давай 10. Какое время года? Холодное время года. Либо ранняя весна, либо поздняя осень. Сколько стоит? 9000. Ну вот, угадал. В Литуале, в Артиколь Боско, либо в ЦУМе. Ссылочки на сайты я все оставлю внизу. Ну и, конечно же, огромное выражаю благодарность, говорю большое спасибо представителям бренда, которые выслали мне этот аромат для обзора. Шлите еще, будем работать еще, будем снимать еще. Очень приятно, спасибо огромнейшее. И, друзья, конечно же, с вас жирный парфюмерный лайк, подписка на мой YouTube-канал, если по каким причинам не подписаны, подписка на мой Telegram. Именно там вы будете в курсе всех новых ароматов в моей коллекции и в мире парфюмерии. Ну и, конечно же, будьте в курсе, когда вышел новый обзор на YouTube-канале, поэтому обязательно подпишитесь. Ну и в комментариях напишите, как вам Slay Jones Lab. Слышали, не слышали, знакомы, не знакомы, есть ли в вашем городе? Потому что не во всех, кстати, Литуалях этот бренд представлен. Но я думаю, что со временем, может быть, он будет представлен везде, потому что бренд интересный. Новый нишевый бренд порадовал. Ну и, пожалуй, все. Увидимся в следующих видео. Спасибо за просмотр. Помните, что аромат – это путешествие времени. До новых встреч на канале. Аромат дня будет сегодня у меня травушка индийская.